Ежедневно множество людей обращаются за поддержкой в пункты сбора гуманитарной помощи, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, с помощью которых население Донбасса оказывает поддержку вооруженным силам Новороссии. В палатках-пунктах также можно получить ответы на интересующие вопросы и приобрести периодические издания республики. Телефонами часто интересуются, да. Подходят вопросами за гуманитарку, подходят потом за пенсию. Ну, кого какой интересует, я или направляю к депутату на прием. Если могу, отвечаю. Нет, даю номера, чтобы они позвали. Гуманитарку приносят сюда. Вот спрашивают, можно приносить или нет. Если это, приносят сюда гуманитарку, а приезжают, забирают. Из-за постоянных обстрелов жилых массивов многие жители не имеют возможности смотреть телевизор или пользоваться интернет-ресурсами. А значит, газета – это единственный оставшийся способ, особенно для пожилых людей, узнать, что происходит в республике и за ее пределами. Газета «Новороссия» с мая 2014 года занимается исключительно наполнением информационного вакуума, возникшего в Донецкой Народной Республике после смены власти. Наша газета занимается освещением военных событий, занимается освещением жизни города, причем это реальные события, а не то, что придумывает там украинская сторона. Кроме этого, показываем максимально взаимодействие славянского мира, освещаем то, что происходит, те политические серьезные события, которые происходят как у нас, так и в России, во всем мире. Даем комментарии, даем свежую аналитику, публикуем известных авторов, конечно же. Кроме этого, активно в нашей газете можно следить работу военных корреспондентов, как и нашей газеты, нашего телевидения, телекомпании, людей, которые с начала лета ведут жизнь на передовой, показывают войну такой, как она есть на самом деле, показывают преступления хунты. Также в таких палатках можно приобрести патриотическую символику, поддержать или оставить гуманитарную помощь для нуждающихся или переселенцев. Дарья Черничная, Сурем Скобичевский, Новороссия ТВ.